Как всегда, мы с вами попадаем на что-то интересное. Сейчас будет виртуозник здесь. У другого преподавателя ученики будут петь. Стараюсь что-нибудь заснять, у меня садится батарейка. Может быть, пару песенок услышите. Along the way, left problems now of courses to simply hold your horses. To rush would be a crime. Does nice and easy does it? Nice and easy. Я уже в машине, еду домой, забежала, купила продуктов. Как видите, камера, качество чуть-чуть другое, потому что это 4-й iPhone, единственный, у которого осталась зарядка, потому что на 5-м мы там снимали. Конечно, все дойдет немного, но... Ой, моя Любочка звонит. Любочка моя звонила, новость мне прекрасную сообщила. Так, что я хотела сказать... Я хотела сказать о том, что... Так, мой любимый теперь звонит. Вот, любимый еще на меня тут накричал. Ни за что. Все, не буду говорить. Алло. Кис. Алло. Алло. Кис, пропадает связь. Я не дома. Я приеду домой и позвоню. Я начала говорить, что Люба мне звонила. Короче, я приду домой, все наберу. Кис, сейчас опять начнет пропадать. Люблю тебя. Люблю тебя, Кис. Все, целую, давай. Алло. Алло. Кис. Так вот, поговорила со всеми. Что я хотела сказать по поводу виртуозника? По поводу сначала своего вокала, да, что я вам говорила, что считаю, что преподаватель мой самый лучший, да, то есть если я рекомендую идти, то я, естественно, буду рекомендовать идти к ней. Вот. Ну, так там тоже неплохие преподаватели. И вот виртуозник был одного из преподавателей. Вот девушка там темненькая, которая с девочками пела, там с одной, со второй. Она преподаватель вот, на бэк-вокале у них пела. Атмосфера хорошая там, да. Вот я, например, на некоторых учеников, да, кто был, я уже смотрела. Прям огромные шаги сделала девочка. Мне там очень понравилось. И после этого сказала. Прям вообще отлично. У нее такой голос сам по себе сильный, низкий. Вы, наверное, тоже по видео поняли, да, о ком я говорю.
Вот. Ну, в общем, все молодцы. Мне очень понравилось. Как бы там, жалко мало. Вот. Сейчас я еду домой. В общем-то, вся такая с прекрасным настроением, певческим. Поставила себе занятия пораньше теперь. Вот. Буду заниматься пораньше. Здоровый образ жизни рулит. Ну и что еще сказать? Все, наверное, не знаю. Дома уже не буду, наверное, снимать. Прощаться с вами. Наверное, там уже много наснимала. Я бы еще поболтала с вами о чем-нибудь. Я, знаете, сниму такой вложик, короче, будет называться «Разговоры в машине». Что-нибудь такое. Ну, же мне нравится ехать, разговаривать, да, там отвлекаешься где-то. Такие более естественные получаются, мне кажется, видео, потому что ты, ну, не играешь. Я вообще смотрю на свои начальные видео, там, курс мой «Хочу быть стервой». Я смотрю, как бы, то, что говорю, я сама переслушиваю иногда. Думаю, ой, интересно, что я тут имела в виду? Точно, точно, вот, то есть сама, да? Но как я это говорю? Это так смешно, то есть это мои первые видео, я в таком образе прям, ну просто вообще такая леди Зи, это так смешно. Но я их не удаляю, потому что все-таки я подписываюсь под каждым словом, которое там говорю. Если я перестану подписываться, то ударю. Вот. Ну, в общем, а здесь такая атмосфера, ну, как бы в машине, да, там я отвлекаюсь, то есть я не могу даже строить из себя. Я сейчас, наоборот, работаю над тем, чтобы были видео более естественные. Ну, как будто мы с вами болтаем, подружки, которых там мы друг друга знаем, да, уже давно. И я сама смотрю у блогеров, у которых так все, мне очень нравится, то есть, да, ну, по-свойски, то есть без выпендрежа, без образа всяких там, да, и чтобы много монтажа тоже сильно не было. Вот. А у меня там все нарезано через каждое слово, и я такая, если вы хотите, то есть, ну, в общем, кто не видел, посмотрите. Смешно, я уже так не веду. Вот. Так что я, наверное, сниму такие, знаешь, такие разговоры в машине. Поговорим. Не знаю, надо как-нибудь нажать. Вот, кстати, какие у вас будут идеи по поводу этого, да? Там, вот как назвать этот вложик? Разговоры в машине или поговорим, девчоночки. Что-нибудь, да? И вот хорошо, чтобы вы темы какие-то давали такие, да, о чем вот говорить. Было бы очень интересно. Так что, если у вас есть какие-то идеи, было бы интересно что-то от меня услышать, вы пишите мне в комментариях. Я вообще отвечаю на каждый комментарий, то есть даже если он не подразумевает вопроса, обычно он, может быть, какой-то негатив содержит, я всегда поговорю об этом, да, типа, почему, что вам не нравится. Или если он содержит положительное, я всегда отблагодарю человека, скажу спасибо за приятные слова. Поэтому пишите комментарии, я отвечу, все вижу, все замечаю. Вот, стараюсь, во всяком случае, следить за этим. Ну все, с вами была я, Селена Свей. Я уже подъезжаю к дому, приду, буду монтировать видео и выложу, ну не сегодня, но в ближайшее время выложу. Приходите на концерт, кто в Ростове, да. Все, пока, мои дорогие, было приятно с вами провести время. Мне понравился сегодняшний вечер. Пока. Нет. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Все, пока, дорогие.